Инициативы ульяновцев включат в новую программу социально-экономического развития региона. Об этом губернатор Сергей Морозов заявил на встрече с членами партии «Единой России» и общественностью. Программа развития «Мы вместе» рассчитана на ближайшие 10 лет. Глава региона назвал программу «народной», так как к разработке привлекут не только депутатов, но и лидеров по отраслям, глав сельских поселений и активистов. Программа «Минимум» – это выход на доковидные темпы экономического роста и реальный рост уровня доходов населения уже к концу 21 года, к началу 22 года. А во-вторых, программа должна представлять собой комплексную систему наших действий по переходу к политике человекоцентричности. Главная цель – достичь высоких показателей в реализации нацпроектов. Ульяновская область, как отметил Морозов, должна стать национальным лидером. В программе отразят вопросы здравоохранения, соцблагополучия, экономической безопасности и технического развития. Для каждого жителя очень важна тема здравоохранения. Я как главный врач, как человек, который уже очень много лет работает в системе здравоохранения Ульяновского региона, я очень и очень поддерживаю возможность не только отразить в этой программе наши специфические, скажем так, чисто медицинские аспекты. Мы понимаем в этом очень хорошо и профессионально, но именно найти ключевые такие точки, которые бы помогли нашему здравоохранению. Что касается сферы образования, то внимание уделят развитию дополнительного образования, переоснащению учебных заведений и поддержке выпускников вузов. Очень важное направление – это связь экономики и профессионального образования. Для того, чтобы происходила синхронизация экономики с профессиональным образованием. Для того, чтобы наши выпускники приходили на производство, работали по специальности и действительно все свои компетенции, которые они получают в процессе образования, могли применить непосредственно на производстве. Ремонт дорог и многоквартирных домов, благоустройство – проблем много. Проект должен стать публичным, чтобы каждый человек знал графики проведения тех или иных работ в своем муниципалитете. Мы все понимаем для наших жителей, что самое важное. Самое важное – знать, когда в данном объекте, например, в школе будут заменены окна, когда в этом селе будет сделана внутрисельская дорога, когда будет отремонтирована кровля в каком-нибудь там социальном учреждении. Присутствующие общественники и эксперты выразили готовность подключиться к разработке народной программы развития. В проект будут включены инициативы ульяновцев и проблемные вопросы населенных пунктов. Анна Тищенко, Управда ТВ.